Доброго вечора, дорогі телеглядачі, в ефірі «Лот наживо», що на боці правди – на вашому боці. І для вас у студії працює Денис Смоляний і Олеся Вакуленко. Я напоминаю вам, что «Лот наживо» — это не только свежие новости, но и платформа для живого диалога. Звоните нам в студию по номеру 050-210-08-98 и пишите на нашу страницу в Фейсбуке «Life Lot Life». Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, и, возможно, если вы придадите гласности вашим проблемам, они смогут решиться. А мы продолжаем следить за событиями в мире, Украине и на Донбассе, и перейдем к первой новости. За последние два дня было зарегистрировано наибольшее количество раненых и погибших солдат вооруженных сил Украины. 22 и 23 мая в Днепр в больницу имени Мечникова доставили 14 украинских военных с ранениями, полученными в Авдеевке, Опытном и Донецком аэропорту. В Авдеевке в ночь с 23 на 24 мая в результате обстрелов погибли двое украинских военных 90-го отдельного аэромобильного батальона и 8 получили ранения. А как сообщил на брифинге в украинском кризисном медиацентре советник администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Матузяник, за сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военных и 9 получили ранения. І про це ми поговоримо з офіцером Збройних сил України Миколою Грєковим. Микола, доброго вечора. Добрий вечір, студія, добрий вечір, телезрителі. Дійсно, в останнє время участились обстріли со стороны сепаратистсько-террористических організаторів. Вчора було два ІФ ще в батальйоні Айдар. Ребята подорвались на фугасі царства ім небесне, к сожалению. По-прежнему продолжают гибнуть патриоты Украины. И вы знаете, меня это не удивляет. Ведь на самом деле еще ни одни договоренности не были соблюдены со стороны террористических путинских организаций. И на сегодняшний день такое впечатление складывается, что те банды, которые сегодня находятся на территории Луганской и Донецкой области, ничего не знают о минских переговорах. А представляют минские переговоры Украину, к сожалению, те люди, которые ничего не знают о войне, о Луганске, о Донецке, о Донбассе, о Крыме. И вот складывается такое впечатление, что разговаривают глухой со слепым. Те не видят, те не слышат. И никакого консенсуса нет. Пане Микола, а який ви бачите вихід з цієї ситуації, якщо не мінські переговори, якщо не в цьому форматі? Ну, вы знаете, формат минских переговоров уже давно себя дискредитировал. И если и вести какие-то переговоры нужно вести с теми людьми, которые решают. А вот в Минск приезжают одни люди, а обстреливают наши территории совсем другие нелюди, из-за которых гибнут наши патриоты. Поэтому в виде формата я вижу только одно. Для того, чтобы сесть за стол переговоров, нужно, чтобы за столом сидели люди, которые знают друг друга. Поэтому я бы уже давно долучив до переговоров представителей громадских объединений, депутатского корпуса местных советов из Луганской и Донецкой области. На той стороне, к сожалению, осталось очень много людей, которые изменили присяги в Украине. Но, тем не менее, со всеми этими людьми мы знакомы. Да? На сегодняшний день на той стороне есть мэры, есть депутаты областных советов Донецкого, Луганского, сельских советов, городских, которые, к сожалению, стали сепаратистами-террористами. Но и тем не менее, если вести переговоры, то переговоры должны вести за стол люди, которым есть что сказать. А с нашей стороны, вы посмотрите, кто сегодня представляет Украину. Эти люди не имеют никакого отношения не то, что к Донбассу, Луганску, Донецку, а и к Украине в том числе. Поэтому формат переговоров нужно переводить на местный уровень, и если их и вести, то вести только в таком виде. Потому что если мы еще протянем эту ситуацию, то десепаратизация, деоккупация Луганской и Донецкой области будет невозможна. Мы должны не потерять эту черту. Ну и понятно, что остается вариант силового захвата, либо российские вооруженные силы регулярные отходят и дают возможность зайти украинской армии, перекрывая границы для того, чтобы террористы не смогли сбежать
Либо их ликвидирует российская армия и, тем не менее, отходит, занимает свои позиции на границе, и тогда заходит украинская армия. Хотя сегодня начались вестись и переговоры о международной миссии. Я сторонник, конечно, победы, победы любой ценой, потому что я не вижу сегодня с той стороны никаких механизмов урегулирования ситуации. Я вижу шантаж, провокации и, к сожалению, смерти наших ребят, слезы жен, матерей и детей. Николай, скажите, с чем вы связываете такую усиленную агрессию со стороны боевиков за прошедшие несколько суток? Вы знаете, это, наверное, зависит от тех наркотиков, которые они употребляют там. Объяснить здравомыслящему человеку поведение этих людей невозможно. Они абсолютно неуправляемые. Я служу в Збройних силах України с августа 2014 года, в счастье находился с июля 2014 года. И вы знаете, за это время было объявлено несколько перемирий. Да? Так вот я вам могу рассказать, за перемирие в сентябре, когда погибло много наших ребят, за перемирие в феврале, когда в последний день 14 февраля был страшный обстрел счастья и были разрушения и погибшие. Да? И у них всегда продолжает и начинается усиление обстрелов, когда идут какие-то торги и важели. Да? Вы видите, что на сегодняшний день ситуация начинает обостряться в Крыму. Медведев в открытую заявил пенсионерам и гражданам Крыма, что у Российской Федерации нет денег даже на содержание крымских пенсионеров. Что мы можем говорить сегодня о пенсионерах Луганщины и Донеччины? Россия не в состоянии не финансировать данные территории, не контролировать те группировки преступные, которые находят, в том числе в которые входят и регулярные войска Российской Федерации, не контролируются властями Российской Федерации. И не исключено, что на сегодняшний день там идет внутреннее противостояние. Сегодня идет давление, чтобы надавить на Украину о каких-то амнистиях, хотя какие могут быть амнистии для людей, на руках которых кровь мирных жителей, детей и украинских военнослужащих. Идут торги о проведении каких-то выборов. Вы же понимаете, что с той стороны они заявляют, то хочу, то не хочу, то мы допускаем украинцы это. Я считаю, что никаких переговоров, ни о каких выборах на Донбассе, пока территория полностью не контролируется украинской властью, украинскими войсками, быть не может. И никакие пророссийские силы, террористические организации не смогут в априори принимать участие в данных выборах. Поэтому сегодня, я думаю, что ситуация будет напряженной, она будет усиливаться, обостряться, но тем не менее мы уверены, что победа будет за нами, Донбасс, Луганская, Донецкая область войдет в состав Украины, и со временем и Крым мы вернем в априори. Вернем украинский Крым и сделаем его областью независимой, унитарной Украины. Там будет областной центр Симферополя, и Крым будет областью Украины. Пане Миколо, чи може зараз Україна зробити щось для того, щоб не допустити ескалації у цієї конфлікту, не допустити ще більшої кількості обстрілів? Ви розумієте, еще раз говорю, залезть в голову тем людям, которые сегодня с оружием в руках стоят на передовой, невозможно. У меня такое впечатление, что всех неадекватов с Советского Союза, с территории, с Российской Федерации и с территории Луганской и Донецкой области вывезли на передовую, которая хоть там не контролируется никем. Эскалация, она будет. Продолжение вооруженного противостояния, к сожалению, будет. Но мы должны занимать жесткую позицию. Украина должна присоединиться наконец-то к блокаде Российской Федерации, к тем санкциям, которые к Российской Федерации сегодня применяют европейские государства, Соединенные Штаты Америки. Мы должны полностью прекратить какие-либо обороты денежные, товарные, а это касается и поставок электроэнергии, и поставок угля. Мы должны сегодня четко заблокировать полностью Луганскую и Донецкую область и наконец-то поставить точку, потому что у нас сегодня там процветает бизнесовый туризм, люди ездят туда-сюда, возят пенсии, зарплаты, получки,
идет пересечение границы со стороны неконтролируемых, я имею в виду граждан, которые даже не вносятся в базу данных, и мы не знаем, сколько граждан той территории пересекло, переехало на эту, сколько граждан на эту. Вот, вот это все нужно останавливать и жестко ставить вопрос ребром. Российская Федерация должна отвести свои войска, украинские войска должны взять под контроль, и только после этого можно будет вести переговоры с Российской Федерацией о каких-то моментах, и то, ну, вы знаете, мы суверенное государство, и почему кто-то должен вмешиваться в наши дела? Украина сама должна решать, когда и где у них будут проходить выборы, вот как сегодня назначены, до выборы в 7 округах, да, люди, которые были депутатами Верховной Рады Украины, ушли в исполнительную власть, и сегодня назначены выборы, это Луганщина, Днепропетровск, Чернигов, Луцк. Вот мы должны самоопределяться. И я считаю, что сегодня у президента очень правильная жесткая политика. Он заявляет о возврате Луганска, Донецка, Крыма. Он уверен в том, что все это будет. Нужно немножко быть настойчивей и по максимуму сохранить жизни украинских граждан. Николай, есть информация по поводу того, что 26 мая на оккупированную территорию прибудет очередной так называемый гуманитарный конвой. Чаще всего после таких конвоев увеличивается число обстрелов. Готовится ли украинская армия к этому гуманитарному конвою? Вы знаете, украинская армия готова на сегодняшний день выполнить любой приказ дойти до границ Украины, до Ростовской области и Воронежской, и куда надо. Вопрос в другом. Почему сегодня международные организации допускают ввод неконтролируемых гуманитарных конвоев со стороны Российской Федерации, которая официально заявляет, что она не является участником конфликта? Проблема вот в чем. Нужно прекратить всякий доступ на территорию Украины, а оккупированные территории — это территории Украины по-прежнему — любых конвоев, гуманитарных и всех остальных. Знаете, мы живем в эпоху виртуального пространства, да, но мы помним, что ничто не рождается ниоткуда. И когда Российская Федерация заявляет, что мы не поставляли оружие на территорию Луганской и Донецкой, но задается вопрос, если Россия официально признала оккупацию Крыма и сегодня делает из Крыма военную базу, да, то каким образом попало оружие на территорию Луганской и Донецкой области? Ведь сегодня невозможно утаить шило в мешке. Все видно и все. Просто, знаете, все пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Вот все делают вид, что ничего не происходит в этом. Мы, к сожалению, тоже делаем какой-то вид, что закрывая на что-то глаза. А нужно занять жесткую принципиальную позицию и на ней настаивать. Я думаю, что в ближайшее время будут изменения в лучшую сторону. Какие они будут? Это уже вопрос армии, дипломатов, правительства, европейского правительства и мирового правительства. Знаете, сегодня все ждут, наверное, выборов Соединенных Штатов. Вы видите, да, что в Украине поменялся посол Соединенных Штатов. Позиция и политики ждут, каким образом будут решены вот эти все вопросы. Ну а пока мне больно слышать, когда на Киевском вокзале объявляют поезда Москва-Киев, Москва-Одесса. И, к сожалению, часть граждан и чиновников, и политиков сегодня наживаються на цій війні. Ось це дуже страшно. Микола, дякуємо вам за ваш коментар. Я нагадаю, що у нас на прямому телефонному зв'язку був офіцер Збройних сил України Микола Греков, з яким ми поговорили про причини загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. І перейдемо к новостям Луганської області. Губернатор Луганщини Юрій Гарбуз встретився з колективом Луганського обласного академического украинского музыкально-драматического театра и обсудил с ним проблемы, связанные с ремонтом здания, в котором базируются актеры.
Горбуз отметил, что в Луга знают о проблемах театра и сейчас изучают их. В том числе ведутся работы по изучению возможности ремонта помещения. Губернатор добавил, что его основная задача – это восстановление полноценной работы всех сфер жизнедеятельности области и возрождение Луганской области, а также достижение мира. Горбуз подчеркнул роль театра в объединении Украины и добавил, что лишь общими усилиями можно достигнуть этой цели. А от керівники країн Нормандської четвірки в телефонному режимі підтримали початок поліцейської місії на Донбасі і почали консультації з цього питання. Президент зазначив, що ускладнення ситуації і обстріли в районі Авдіївки перешкоджають мирному регулюванню питання. Представники країн четвірки сказали, що для продовження діалогу потрібно ослаблення ситуації і припинення вогню. Крім того, Петро Порошенко акцентував увагу на тому, що Росії необхідно вивести війська з України і закінчити поставки зброї і найманців, і потрібно відновити контроль за українсько-російським кордоном. Було наголошено на необхідності виконання мінських домовленостей і забезпечення безпеки для проведення виборів в районах Луганської і Донецької областей. Президент наполягає на звільненні всіх українських заручників і говорить про неприпустимість порушення та утиски прав кримських татар в окупованому Криму і просить припинити те, що відбувається. І наша наступна новина про те, що вчора новий прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та новопризначений керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз підписали протокол про вирішення проблем відключення світла в населених пунктах Луганської області з керівництвом компанії «Луганське енергетичне об'єднання». А об этом мы поговорим более детально с Дмитрием Снегирёвым, который у нас на телефонной линии. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, расскажите же, что же все-таки это за протокол, чем он, ну, что после него изменится? Ну, знаете, по великому рахунку мені не зрозуміло саме підписання цього протоколу, бо підприємство Лео досі не перереєстроване на території України. Більше того, керівник структури Лео введені два представники самопроголошеної ЛНР, які є фактично контролюючими особами, які слідкують не тільки за зовнішньою економічною відповідною господарською діяльністю, але й відповідно надані повноваження щодо контролю взагалі за фінансовою діяльністю і розрахунками саме на території, контрольованій Україною. Більше того, ви знаєте, мені не зрозуміло, коли, наприклад, в Луганську 10 травня відбувається нарада військово-цивільні адміністрації за участю пана Клименка, представників структури, а саме ЛЕО, тобто організації, яка не пройшла, я ще раз підкреслю, перереєстрацію на нашій території, і відповідно за участю представників комунальних підприємств. І на цій нараді пан Клименко наполягає на тому, щоб керівники комунальних підприємств розрахувалися за споживану електроенергію перед ЛЕО. Більше того, називається сума 252 мільйона гривень. Так от я хотів би нагадати пану Клименко, що борг, наприклад, того ж ЛЕО перед українською стороною сягає приблизно 1,3 мільярди гривень. А більше того, цей борг визнаний Луганським господарчим судом, і ЛЕО зобов'язана погасити свої борги перед українським бюджетом. Тому мені не зрозуміло, чому українська сторона в особі заступника голови ВЦА фактично захищає фінансові інтереси структури, яка не пройшла перереєстрацію на нашій території. Більше того, 19 травня в Сватовому відбулася нарада територіальних громад Сватівщини, де був присутній як голова РДА пан Мухтаров, так відповідно його заступники і керівники територіальних громад. Так от заступник пана Мухтарова, є така пані Лемешка, заявила про те, що ЛЕО не буде відключати електроенергію тим споживачам, якщо вони звернуться до суду з позовом на протиправні дії проти казначейства України. Тобто фактично йдеться про те, що офіційний український представник української влади
змушує українського споживача звертатися з судом, з судовими позовами щодо захисту фінансових інтересів структури, яка працює на тій території і сплачує податки, відповідно, бюджет не України, а саме бюджет ЛНР. І на продовження теми, взагалі, щоб було взагалі цікаво, там 23-го на телеканалі «Ірда» відбулася прес-конференція Максима Шахова, який заявив про те, що взагалі цей конфлікт це є суто бізнес-інтереси, сутичка бізнес-інтересів. Це йдеться не про те, що фактично Лего є стороною і організація, яка фінансує бойовиків, а на думку пана Шахова, це є не більше, ніж бізнесові розборки з економічною структурою. Ну, от мені цікаво, взагалі, яким чином збирається обласна адміністрація вирішувати питання функціонування підприємства, яке не пройшло перереєстрацію, більше того, яке не сплачує податки в український бюджет і фактично є спонсорами терористів. Ну, згідно закону про засоби масової інформації, можна вважати цей виступ моїм офіційним зверненням до Служби безпеки щодо перевірки цих фактів і відповідно притягнення цих посадових особ за статтею фінансування тероризму. Пане Дмитро, також в нас вже в сьогодні випуск, ми на початку говорили про те, що дефіцит пенсійного фонду становить вже 145 мільярдів гривень. І ситуація з виплатами пенсій вже близька до катастрофічної. Що ви можете про це сказати? Ну, по великому рахунку, ви знаєте, будь ласка, ще раз питання. Я дуже погано почув, пенсійний фонд... Була інформація про те, що дефіцит пенсійного фонду становить вже 145 мільярдів гривень. І ситуація з виплатами пенсій вже близька до катастрофічної. Ну, вона пов'язана з тим, що 56 мільярдів перераховано так званим вимушеним переселенцям, тобто особам, які не пройшли перереєстрацію на території України. Тобто йдеться про те, що 56 мільярдів фактично пішло на той бік. Бачачи того, як після тих перевірок, які були ініційовані Службою безпеки, наразі виявлена велика кількість не тільки так званих ліпових пенсіонерів, але й відповідна сум, які стягалися з пенсійного фонду для нарахування цих псевдопенсій. Саме завдяки, от, скажімо, діяльності тих структур, ну, спеціальних структур самопроголошених республік, які спонукали пенсіонерів виїжджати на територію України оформлювати пенсії, і було нанесено та ті збитки пенсійному фонду і взагалі бюджету України в розмірі отих от 145 мільярдів. Але фактично йдеться про те, що я ще раз підкреслююся, на ту сторону пішло 56 мільярдів гривень. Це дуже велика сума для бюджету України. Спасибо вам, Дмитрий. Я напоминаю вам, дорогие телезрители, что с нами был Дмитрий Снегирев, гражданский деятель, который рассказывал нам о проблеме Лео и о проблемах в пенсионном фонде Украины. И перейдем к новостям местным. Для рубежанских ПТУ выделят деньги из государственного бюджета Украины. За счет стабилизационной дотации из государственного бюджета выделяются дополнительные ассигнования и финансирование профессионально-технических учебных заведений в сумме 6 627 500 гривен. Таким образом, в городе рубежная ПТУ на второй квартал деньгами обеспечены. А от у Харківський аеропорт надійшло повідомлення про закладену бомбу в літаку рейсу Харків-Стамбул. Про це повідомляє прес-служба Державного управління Національної поліції в Харківській області. 128 пасажирів було евакуйовано з рейсу на Туреччину. Працівники поліції, сапери і слідчо-оперативна група виїхали на місце події. Був проведений огляд літака, перевірка багажу і опитування свідків.
И перейдем к более позитивному событию. Сейчас проходит акция по изъеданию Украины Труханівська Січ. Проект направлен на содействие консолидации общества, подъема патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей разных регионов страны делу развития Украины. А у нас на прямой телефонной линии Елена Иванова, волонтер гражданской организации «Коло Медіа» на прямой телефонной линии. Здравствуйте, Елена. Добрый день, витаю. Елена, расскажите же нам, что же это за акция? Более я буду, я могу разговаривать украинскую, я могу разговаривать российскую, но я буду говорить по-русски, чтобы было, ну, наверное, более понятно, и чтобы вы понимали, что не приехали бандеровцы учить жить. Замечательную землю Луганск. Нашу акцию мы придумали еще год назад, когда мы, когда началась война, и мы помогали не просто военным, мы первые, кто вывозили детей с Рубежного из других городов в Киев и пытались как-то устроить жизнь, потому что наше государство не всегда, ну, с этим справлялось. Мы понимаем, что одним оружием не победим. И мы считаем, что уважение, взаимное уважение – это как раз то, чего не хватает на всей территории Украины. Прежде всего, мы не делим на восток, запад, юг, центр и север. У нас есть одна страна, у нас общие проблемы, у нас у всех плохо с работой, с деньгами и с пониманиями, что хочет власть. Поэтому мы пытаемся поддержать друг друга, перенять опыт. Мы приезжаем советоваться и помогать. Вот, это если вкратце. Расскажите, Елена, какие будут конкретно мероприятия проводиться в городах? Еще раз, если можно, я не очень услышала вопрос. Какие конкретно будут проводиться мероприятия? То есть... мы уже проехали Донецкую область еще месяц назад. Сейчас мы находимся в Лисичанске 2 дня. Мы проехали по всем школам, мы показали мастер-классы, были митці военные, домедична допомога, мінна безопасность. Завтра у нас Сватово, позавчера была Рубежная. Мы очень хотели успеть до конца учебного года, чтобы увидеть... У вас замечательные, фантастические, неимоверные дети, впрочем, как и везде. Дальнейшее действие. Сегодня мы объявляем о том, что на территории Донбасса, Луганской и Донецкой области мы будем помогать местным волонтерам-активистам, местным библиотекам открывать медиапросветительские центры в рамках этой акции для того, чтобы иметь свободную площадку вне политики, вне бардака, я бы так сказала, для общения, для популяризации себя, прежде всего, как людей, как личности, как граждан Украины. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, про те, як зустрічають люди, власне, такий потяг, цю акцію, як вас зустрічають населення Луганської, Донецької області? Слухайте, це чудово, це зустріч. До речі, зараз в Лисичанську приїдуть волонтери і активісти з Донецької області, це автопробіг. І зараз буде гала-концерт на центральній площі. То ми просто працюємо. Насправді ми приїхали, ми дуже багато вчимось тут. У вас тут фантастичні люди, які можуть навчити, як жити, я би так сказала. Пані Олена, чому була обрана саме така форма проведення, саме ось потяг, яким ви курсуєте по містам Луганщини? Я вибачаю ще раз, зв'язок. Чому була обрана саме така форма акції, саме потяг, який буде курсувати поміж містами Луганщини? Я вибачаю, що приїхав автопробіг. Я не дуже вас чую. Алло, пані Олена. Пані Олена, ви нас чуєте? На жаль, в нас проблеми якісь
трохи технічні. Ми дякуємо Олені Івановій, волонтеру громадської організації «Коло Медіа». Я напоминаю вам, что мы с вами не прощаемся, наш блог подходит к концу, но мы не прощаемся. И в 19.15 будет наш традиционный блог АТО. Дождитесь, смотрите вместе с нами. А уже о 18.00 прямая линия с Елеонорою Поліщук, директором департамента социального захисту населения. Залишайтеся на лоті.